всем привет. В общем-то, я участвую, нахожусь в Марселе. Вот такая панорама вокруг меня находится. Вот это Марсельский вокзал. На самом деле уже вот как бы морем. Морем уже это дышишь здесь, когда находишься. Вот. Ну дальше я еду в Канны, хочу посетить. Так что погнали. Вот они, миллионы евро стоят, яхты.